сделать простой груз-кормушку для рыбалки на течении очень просто. Для этого залейте свинец в обычную чайную ложечку. У вас получится вот такая капелька. И в ней просверлите отверстие. Сам груз готов. Дальше возьмите обычный металлический пруток. В моем случае он 12 мм. Можно использовать толще, можно тоньше. И обычную сварочную проволоку. В моем случае она миллиметровая. Также подойдет 0,8. Намотайте ее на пруток и дальше немного растяните, чтобы у вас получились вот такие вот пружинки. Я их сделал по 7 виточков. После этого при помощи круглогубцев нужно сделать колечки на обоих краях пружины. Вот примерно вот такие вот. Дальше их подводим к центру, чтобы более-менее была симметрия. Вот что должно получиться. Дальше опять же берем кусок той же самой сварочной проволоки. На одном краю делаем загиб, одеваем туда грузик. И теперь здесь нужно его примотать. Петелька должна получиться не сильно тугой, чтобы груз спокойно ходил. Чтобы случайно не пораниться об заусенцы, можно взять кусочек термоусадки и одеть его на наше соединение и усадить. Дальше берем тело кормушки, вставляем. И нам остается сделать только сверху петельку. Это все делается также при помощи обычных круглогубцев. Сделали ушко для зацепа лески и подматываем. Наша кормушка для течения готова. Точно так же поступаем со второй. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.